меня жизнь, и я вот поэтому сюда пришла еще и с этой целью. А так мне просто очень дает много мастерская, вот, связанная с музыкой. Угу. Спасибо. Меня зовут Елена. Я честно говорю, что я не знала даже, куда я иду, зачем я иду. Я просто, честно говоря, просто послушать музыку. Мне даже не открывали, какая будет тематика. А какую вы музыку любите? Музыку я люблю, я, в принципе, занималась музыкой, и у меня есть опыт. Вот, фортепиано, аккордеон, домна, то есть все это мое, но, собственно говоря, все мне близко. То есть поэтому я шла, в общем-то, и на семинар я первый раз, вот вообще первый раз. Откуда вы? А у меня сестра психолог, Кристина Шафанова, и вот она меня пригласила. Да, и, честно говоря, мы не знали, что это что. Ну, очень хорошо, я рада, что мы попали сюда, и первый раз, нам просто интересно. Спасибо. Ага, Елена, да? Меня зовут Галя. Ну, вообще вот эти две темы, взять судьбу в руки и утрата, потому что вначале, когда мы говорили о семинаре, ну, вроде между собой говорили на тему утраты. Ну, то есть вот эти две темы, они мои по жизни. И кроме того, у меня есть еще такой способ преодоления каких-то жизненных неприятностей. Я залегаю, насколько возможно, и слушаю музыку. То есть это способ для меня решить какие-то вопросы. Какую-то определенную или какую-то вот то, разное, что близко разное? Ну, лучше что-нибудь такое. Ну, Бетховен подходит. Бетховен подходит. Да, Бетховен подходит. Вот. И, в общем-то, все такие вот связанные с утратами, например, я все как-то через музыку проживаю. Поэтому, в общем-то, оно все мое. А можете чуть-чуть, если можно, как мы, на вы или на ты будем разговаривать? Мы можем. В принципе, в тренингах принято на ты разговаривать. Да, вам удобно всем? Отлично. Потому что я так и так могу. Значит, Галь, если можно вот это вот взять судьбу в свои руки, значит, на это пошло, что ты имеешь в виду? Вот для тебя, почему это близко, что именно это, в этом близко? А утрата, ну, просто две мастерские, о двух говорили, и там немножечко. Ну, ага. Ну вот, как ни странно, утраты я не заказываю по жизни, но все равно вот мое убеждение, что очень много в жизни зависит от того, что делаю я. И как бы, если быть честной с собой, я увижу, признаю, где я что делала так или не так. Почему я получила такой результат, к которому я пришла? Там желанное, нежеланное, все равно.